Какие галыги на пикнике Афиши? День добрый. Пикник Афиши для меня начался в четверг. Причем это была буковушка у туалета в поезде. Я настолько хотел сюда приехать, что бросил все, включая работу. Купил последние билеты и приехал. Приехав сюда, я понял, что я сделал это совсем не зря. Я давно не видел столько улыбающихся людей в одном месте. Ощущение, что солнце стало где-то 10 на 10 больше. Ты идешь, и в каждом отражает свое маленькое солнышко. Я хотел успеть попасть на аквариум, но проспал, потому что спать хотел. А еще хотелось бы услышать Франца Фердинанда. Но судя по тому количеству людей, кто хочет услышать Франца Фердинанда, я его только увижу издалека, максимум. Поделиться хотелось хорошим настроением, я его привез с собой очень много. Вот сейчас улыбнусь, и вы тоже все должны улыбнуться. Давайте так, разом так, раз так, я улыбаюсь. Ну, смейтесь же. Вот. Я думаю, все.